Здорово всем сегодня. Ну, во-первых, с вами Флакон, и во-вторых, сегодня мы продолжим играть в Minecraft Pocket Edition. Так, на что мы остановились? Остановились мы на том, что сделали вот эту заборину, сделали ферму. По-моему, ее делали в прошлой серии. Я, как полагается, нормальному Майнкрафтеру-летсплейщику, который, ну, не играл вообще в этом мире, играя только на видео, только по хардкору. Кстати, потому что я очень-очень занятой человек. И играю в танки. Это не важно. Окей, у нас тут остался наш забор. У нас есть 16 забор, и я хотел вот заменить вот это все на дерево, чтобы было так по красивому, вот да, под это красивому. Окей, давайте делать пол, ну, на улице. Не знаю, как это описать. Окей, будем делать, наверное, из березы. Возможно, из березы и дуба, потому что, блин, это... С чем мы там делали? Сосны, по-моему, или с чего? Как эти называются-то? Где они? Ну, по-моему, из сосны или как она? О! Окей. Давайте дуб срубим. Опять вот эти лаги, опять не прогружаются. Я не знаю, что с этим Майнкрафтом не так. Честно. Вообще без понятия. Дальше еще один дуб. Так. Окей, на я думаю, будет преобладать береза. Именно поэтому мы сейчас ее будем как раз-таки рубить. Вообще, нужно добыть лучше саженцы, как бы, и дуба, и березы, чтобы посадить поближе к дому, чтобы далеко, как бы, и, типа, не бегать. Окей. Так, где? Хвой. Хвойный, вот, да, саженец. Окей. Сосна. Ну да. Окей. Это не важно. Вот. Еще одна береза. Не знаю, сколько нам нужно. Ну, с учетом того, что мы будем миксовать с дубом. У нас как бы дуб уже есть. Побольше, чем береза. Так что будем добывать березу. Я не знаю, чем заняться. Ну, соответственно, скоро мы пойдем в шахту, потому что нужно побольше железа там и так далее. Но в любом случае, когда-нибудь настанет тот момент, что мне ничего будет делать. Так что я думаю, лучше начать придумывать уже сейчас, чем заняться. Возможно, будет закончить как бы этот летсплей, когда совсем уже надоест это играть, и начать, ну, летсплей с модами на Minecraft Pocket Edition. И там есть моды. Вполне можно что-нибудь подобрать интересное. Понятно, что здесь не будет индастриал, хотя я могу ошибаться. Если здесь есть индастриал, то было бы супер круто. Индастриал, билдкрафт, там. Напишите в комментариях, по-моему, нету. По-моему, ничего такого нету. Вот, кстати, саженцы березы. Окей. Так, далее. Давайте еще добудем дуб. Вон там овечка ходит. Давайте еще вот этих деревьев срубим. Так, просто чтобы было. Блин, я не понимаю, что за не прогрузившиеся эти текстурки. Возможно, это связано с записью, то, что он даже немножко фризит. Это не очень приятно, но, в принципе, играбельно. Как он там называется-то? Сосна, правильно я назвал, да? Так, окей, опять, не опять основа. Ну что такое? Ну что, да, ну как это так? Как это вообще объяснить? Я вот ее снимаю, загораживаю рукой левый датчик света. То есть, ну, у меня экран иногда становится более тусклым, ну, менее ярким. И я не понимаю, это темнеет в Майнкрафте или это я загородил пальцем. Вроде еще более-менее нормально, еще можно не ложиться спать. Мама еще не зовет спать, так что можно еще поиграть. Странно, играть с деревом, рубить деревья. Ладно, неважно. Окей. Все равно уже темнеет, нужно... Сейчас вот мы чуть-чуть еще дорубим и... Хотя, в принципе, наверное, нормально. Да, нормально. Окей. У меня уже голод потихоньку, но там и ферма у нас процветает, надо будет ее расширить. Так, давайте еще одну березу, что ли, срубим. Чтобы уж совсем было круто. Надо будет второй этаж дома делать, склад там будем мутить. То есть еще
принципе, есть чем заняться. Так, топор нам говорит, что уже нечем заниматься, окей. А мы срубим это деревом. Ну да, дерево деревом. Я много на самом деле роликов о логике Майнкрафта. Как бы вот так. Даже как бы рукой руби. Хотя деревянный топор можно было бы сделать, но ладно, не важно. Важно то, что вон наш дом, и нам надо до него добежать. Так, окей, нас встречает свинка, мы ее можем завалить нашим офигенным мечом. Меч на изготовку. Так, у нас тут свинка и овечка. Так вот, свинина у нас нормально так выпала. Овечка мелкая. А теперь мясо нам нужно, ну, свинину пожарить. Вот хорошо, что у меня здесь есть входик. Удобно, удобно, удобно. Так, окей, берем. А почему бы на забор не пожарить? Аж мажор. Пусть жарится. Пусть жарится. Я не могу спать еще, да? Еще рано. Рано еще. Нужна лопата, чтобы все это перекопать. Лопата у меня есть, но не... она скоро сломается. Так что мы сделаем еще одну лопату. Я их еще могу 36 сделать. Но я думаю, это будет немножко перебор. Чуть-чуть, самую малость. Окей, начинаем копать. Окей, и этот слот мы поставим нашу деревянную кирку. Я не помню, откуда она мне, зачем она мне. Если у меня есть... Ну ладно, пусть будет. В принципе, я никуда не тороплюсь. Так, там, а вот тут надо еще выкапывать. Это тоже надо убрать. Окей, копаем дальше. Так. Вот, все, пока все хорошо, пока все хорошо. Да, ну, будем все на это приводить в более такой презентабельный вид. Потом уже построим второй этаж. Вообще надо будет, как бы, дом можно вообще будет снести. Или, например, вот здесь построить новый дом, а это переоборудовать в склад. Кстати, да. Чтобы далеко не ходить от спавна. Чтобы, если умирать, сразу был дом рядом. Да, вот это удобная вещь. Так, а сейчас, по-моему, я не загородил датчик, а уже темнеет. Или я загородил датчик опять. Надо телефон другой хваткой брать. Я просто, чтобы микрофон не загораживать, так вот немного вращаюсь. Окей, и можно сейчас уже лечь спать или еще рано? Тыкайся. Ой, не тыкается. Обидно. Это вот прям реально обидно было. Но мы уже почти все перекопали. Мне это радует. Каменные лопаты делается, ну, копается все очень быстро. Так это, по-моему, я. А, не, нормально. Вот как-то вот так. И поэтому по контуру мы обведем ее дубовыми досками. Вот как-то так. Остальное все место будет занимать березы. Так, дубовые доски. Вот. Пошла жара. Ну, тут тоже пусть будет. Так. Так, так. Так, 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 так. И продолжаем. У нас скоро голод, кстати. А там еще все растет. Я думаю, мы доживем. Блин, вот опять лаги. Где мой топор? А, нет топора. Ладно, еще пара оплошностей таких, и мы сделаем. Я сделаю топорик. Пока, в принципе, можно понадеяться на то, что не слишком рукожоп. У нас странно звучит. Я как бы рукожоп. Но это, как бы видели, опять лаги были. То есть они не прогружаются. Скорее всего, это из-за видео. Скорее всего. Или это баги Майнкрафта. Мне так в комментариях никто и не писал к прошлому видео. Так. Все. Окей, далее мы крафтим березовые доски. Их надо побольше. Хотя, я думаю, можно еще эти использовать. Доски из хвойного дерева. Так. Сколько здесь? Два. Два. И вот здесь можно будет смотреть, как сделать. Доска из хвойного дерева. Вот так вот.
провести. Остальное все заполнить этими. Блин, не неровно. Тут две получается. Можно вот так, смотрите, сделать. Вот здесь вот. Сломаем и сделаем из хвойного дерева. Вот так вот. То есть у нас будет все-таки преобладать этот, ну, сосна. Блин, ну что я такой рукожоп? Мне лень идти делать топор. Тем более осталось совсем немного делать, чтобы привести. Вот теперь можно идти спать уж точно, да. Но мы под защитой, кроме как от скелетов и... Ну да, кроме как от скелетов. То есть они нас здесь простреливают на изи. Так, и теперь мы контур, ну, почти контур, вот эти вот боковые грани выстраиваем березой. Соответственно. И у нас получается, кстати, довольно-таки неплохо. Опять я срукожопил. Это все не важно. Важно то, что у нас получается, кстати, довольно-таки неплохо. У нас более красиво на улице, нежели в доме. Хотя, блин, странно, как бы, ну, в реальности, если как бы на улице, наверное, должно быть более привлекательно. Особенно в лесу каком-нибудь. Хотя, хз, спорный вопрос, спорный. И... Ну, здесь я сделал гораздо все круче, чем в доме. Блин, ты чё меня так пугаешь? Это мотыга захерачена на тебя. Да, ладно, мечом. Почисть уже. Все. Никто даже не там боится ко мне, короче, все подходить. Бояться. Он зомби. Ой, да что вы мне сделаете? Я себе заборчик сделал. Все. Все у нас хорошо. Все у нас по бразильской системе. Так, ложимся спать. Ложимся. Сейчас встанем, посмотрим, что там можно еще будет в следующей серии сделать. Потому что я думаю, у нас серии как бы не очень большие, но я их стараюсь выпускать часто. Потому что длинные серии, наверное, никому смотреть не интересно. Так вот, тут созрело уже. Слышу, как зомби горят. Как вот там семена упали. Опа. Ты какие надо. Надо их посеять, у них 5 аж. Так, окей, и все. Это можно затоптать. Вот все. И все. У нас не хватает, да, на хлеб. Ну, одна только выполнена. Че, еще не посадил? Странно. Окей, ладно. Все. Я не знаю, что делать в следующей серии будем. Возможно, займемся вторым все-таки этажом. Ну да. Можно будет заняться вообще новым домом, точнее, не вторым этажом. Окей, ладно. С вами был Флакон. Подписывайтесь на канал, ставим лайки. Всем удачи и всем пока-пока.